Лучик. Ну, Геночка, ну последний разочек. Помоги сделать домашку по математике. Сказал нет, значит нет. Некогда. Геночка, мне завтра сочинение сдавать. Когда будем писать? Ничего мы не будем. Занят я. Пусть сначала мне с математикой поможет. А сочинение? Гена, расскажешь конёк-горбунок, ты обещал. Ха, может, теперь вы от меня отстанете? Лучший учитель по всем предметам. Внимание, внимание! Начинаются испытания лучшего учителя. Сокращенно ЛУЧ. Пылесос? Программа создана под корпус пылесоса. Работает на батарейках. Ну, естественно, школьную форму не носим. Так мы же дома. Дома они. Никакой дисциплины. Ладно, давайте знакомиться. Лучший учитель по всем предметам Иван Карлыч, сокращенно Лучик. Ну-с, чему учить будем? У Земли значит спутник Сатурн? Честное слово, я лучше него планеты знаю. Генка, мне твой луч домашку вчера сделал по математике. Все неправильно, опять двойка. А мне за сочинение целых две двойки поставили. Мало того, что Иван Карлыч в литературе ничего не понимает, еще и ошибок наделал. Я еще вчера заподозрил, что никакой он не учитель. Ну я ему сейчас. Жар-птица его и спрашивает: конёк-горбунок, что у тебя в горбу? А он ей: вода. А у тебя питьевая или из-под крана? Из-под крана, значит. Самозванец. Я! А кто сделал 30 орфографических ошибок? А по математике ни одного верного решения. Что же ты, Иван Карлыч? Ну-ка, иди сюда, гениальный учитель. Морочил! Догонялки! Не трожьте! Я буду жаловаться министру образования! Я тебе сейчас пожалуюсь, шарлатан! Попался? Отключайте его! Бедный я, несчастный! Не видать мне моей мечты! Мечты? Я был программой уборки. Но потом в меня забрался вирус, и его удалили вместе с моими знаниями. А я всегда мечтал быть учителем. Вот и решил попробовать. А меня отключать. Ребят, ему так грустно. Да-да, и одиноко. Но если вы мне поможете, скоро я смогу стать настоящим учителем. Геночка, подтянешь его по предметам? Пожалуйста. Так и знал, что этим закончится.